14 листопада Смілянські ТВК довелось знову зібратися на засідання. Як зазначив голова комісії, виконують рішення суду. Представники радикальної партії Олега Ляшка довели в суді необхідність перерахунку однієї з дільниць. Провести повторний перерахунок голосів на виборчій дільниці 902 з виборів депутатів Черкаської районної ради. За результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці 902 скласти протокол про підсумки голосування з виборів Черкаської районної ради в частині територіального виборчого округу номер 2 з поміткою уточнення. Члени комісії планували перерахувати лише бюлетені з голосами, відданими за радикальну партію Олега Ляшка на цій дільниці. Та представники партії, що були присутні під час засідання, вимагали повного перерахунку. Відкрито все при телевидении, відкрили пакет. Радикальний, смотрите, пакет. Радикальна партія Олега Ляшка. Значить, на пакеті написано. Що за Давиденко 3 голоса, за Оцик 1 голос, за Цимбалюк 1 голос. 2 голоса. За ви оскарували этот депутат, как его? Гамаза. Гамаза, за Гамазу здесь вообще не написано. Вообще фамилии нету. Теперь значить, по-перше, ми спитали за те, що скільки за партію проголосувало, а не по людям. По людям все сходилося, це за партію не сходилося. Там стояло за ошибочно стояло за Гамазу 1 голос. Ну, давайте. 1 голос. А здесь Гамазы вообще нету, Гамазы. Теперь розкриваємо пакети. Так. Це ви що зараз вважаєте? Чисто район? Чисто район, так. Да. А область і місто чисто радикальну партію вони вважають? Радикальну партію ми на що зараз знайдемо? Інші не рахують. А як це інші не рахують? Повторний підрахунок робиться по процедурі підрахунку виборів голосів на виборчій дільниці. Полностью. С контролем талонов. Леша, ну я согласен, но если сейчас мы находим сразу это, что это, что ж там дальше мы будем шукать? Нет, так чекайте, воно ж може в іншому бути цьому. Ну, проверим. Но як це тільки радикальну партію, і як це тільки один, ми считаем, хорошо, тільки пройдем, одне. Ну, пройдем це, по повній процедурі. Тож члени комісії приступили до повного перерахунку голосів на дільниці 710-902, відданих за депутатів Черкаської районної ради. Майже 2 години тривав цей процес. В результаті члени Смілянської ТВК лише в зіпсованих знайшли декілька бюлетенів, що можна було вважати дійсними. Називаю «Слуга народу», партія додається один. Команда Сергія Рудика – один. «Слуга народу» – ще один. «Черкащани» – ще один. І «Батьківщина» – один. Тож лише трьом політичним силам, що брали участь у місцевих виборах до Черкаської районної ради, додалось по декілька голосів. Ніяких змін у кількості голосів, відданих за радикальну партію Олега Ляшка, не встановили. Як було 9, так і залишилось. Розкажіть, будь ласка, як ідуть решта судових процесів і хто подавав позови на комісію? Ну, позов подавала партія Олега Ляшка і подавала позов «Сила і честь». Ну, це саме «Сила і честь» йшла кандидат депутата Альберг. Значить, позови, які були від Ляшка, 2 позови суд відмовив, 1 позов задовольнив, вот, який ми сьогодні пересчитували. Це по Черкаській районной раде. Значит, апелляционные подавали не апелляционную скаргу, 6-й апелляционный суд то же самое. Значит, 2 суда их не задовольнил на нашу користь, 1 суд задовольнил. По это самое «Сила и честь», значит, состоялось 2 суда в Черкасском окружном суде. Значит, получили они відмову. А что они вымогали? Они вымогали там вообще какой-то бред, честно говоря, что они вымогали. Они вымогали пересчет 17 дельниц. А на подставе чего? На подставе того, что там где-то что-то им казалось, там какие-то фильмы они снимали, это очень непонятные фильмы, и которые они документы пока, это самое, представили в суд. В общем, там половина из этих позовов, которые они писали, эти документы, протоколы, они были сняты некачественно на ксероксе, там даже не было видно. Потом они сами себя загоняли в угол, они говорили, что у них есть копия протокола, на котором нету печати и нету подписи. Значит, они, по всей видимости, где-то взяли пустой протокол, и его вообще нельзя было показывать. Если там нету печати, это не является копией протокола. В общем, много у них там было ошибок, они просто не были. Вот мы были вчера в Киевском 6-м апелляционном суде, они показали документы, судья им сразу сказал, говорит, вы не подготовлены до соседования, потому что вот это Альберг... Она не могла даже объяснить похожие этих документов и расхожие, которые есть. Она стояла там глазами только. Единственное, что у них был такой интересный адвокат, который привык ораторствовать. Он, в общем, там требовал это самое, что указано в решении суда, требовал там нарушения прав людины. Конкретно только это самое, ссылался на статьи Конституции, а по сути он ничего не это самое не нашли. Поэтому
6-й апелляционный суд решил судовый спор в нашу пользу. Уже сроки подачи всех апелляционных скарг вычерпаны, но они сказали, что не подали. Милицию уже подают не на ТВК, а подают на дельничной комиссии, что вроде по ихнему там где-то что-то, в общем, какие-то были нарушения на дельничных комиссиях. Ну, вроде бы как открыто две криминальные справы, полиция занимается. А сейчас прошло у нас это самое перерасчет голосов, мы выполняли решение суда, это самое Черкасского окружного суда, которые выиграли Ляшки, мы сделали перерасчет чисто, гладко, все смотрели, прибыли представители самые. Ляшковцы. Тобто значних порушень там не знайдено? Вообще не знайдено. Там единственное было, что по Ляшкам все правильно было посчитано. Все остались цифры, все, они, какие были цифры, вот в этом самом, которые нам выдавали уточный протокол, и который мы сейчас сделали, сделали самый перерасчет, все цифры сошлись, все чисто, там не на кількість бюллетенів, которые принимали, мы пересчитали. Контрольные талоны, все сошло до единицы. Так что никаких нарушений мы не нашли. Вот это маленькие нарушения, что не туда, ни голоса там. Сделали их как зипсованные, а мы нашли, что их надо было засчитать на користь партии.